Книга «Открытым оком», том 3, тема «Литература», вопрос 1172. Поясните, пожалуйста, слова из стихотворения Есенина. «Положите меня в красной рубахе, под иконами умирать». Обязательно ли ходить прощаться с покойником? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В стихотворении очень часто подыскиваются, слова подыскиваются под рифму. И в прозе человек бы мог его заменить другим словом. Поэтому слово «в красный» не нужно серьезно воспринимать и искать какой-то глубинный смысл. Быть может, это была его любимая рубашка. Женщины просят иногда себя обрядить в подвенечное платье, если они сохранили душевную чистоту. Я бы лично хотел быть похороненным в своих рабочих сапогах и в тюремной робе, потому что мне кажется, что я никогда более не жил с такой полной отдачей для Христа, и в этом бы хотел предстать перед Ним. Хотя понимаю, что все люди встанут голые, как мать родила, ничего на них не будет, а где умирать, под иконами или на арене на зубах льва, или от ножа сумасшедшего кришнаита, не имеет никакого значения. Главное быть со Христом. У русских людей слово «Бог» и божница, иконы, сродственны, и умирать под иконами мыслилось, умирать смиренным перед Создателем. Это и выглядело прилично, и воспринималось льготно для покойника. Кто бы он ни был, для самого Есенина получилось, жил грешно и умер смешно, с петлей самоудавленника. Есенин как-то писал о своих сестренках. А сестры стали комсомолки, какая гадость, просто удавись. Вчера иконы выбросили с полки. А в другом месте он прямо пишет: хочу бежать, задрав штаны, за комсомолом, не от комсомола. Ходить по покойникам совсем не обязательно. Но если это был верующий, то очень желательно. Как говорят все святые отцы, там мы многому научаемся, примеряя все к себе».